У всего в этом мире есть начало и есть конец. Но только не у нашей программы. Мне кажется, что «Подсмотрено в сети» было всегда. И я уверен, что всегда будет. Ну, в том или ином виде, по крайней мере. Ведь пока ростовчане выкладывают в интернет что-то интересное, мы всегда будем это находить и показывать вам. Сегодня вот, например, босоногий мальчик, цветочное объявление и водитель, который смог. Заинтригованы? Тогда не будем тянуть. Пост такой. В ростовских автобусах настолько жарко, что люди выбирают самый оптимальный вариант обуви вот так. Ну, вот так. Пару дней назад было, кстати, что-то подобное. Такая бесконечная босая история получается. Ну, войди в положение. Сейчас зарплаты как поднимут, так чувак за обувью и пойдет. А пока так, написал Алексей. И это, простите, Леша, один из самых ожидаемых комментариев. Дмитрий при этом удивлен, что парень в штанах. В такую жарень можно ехать только в трюселях. Ой, простите. А Марина предположила, что этот мужчина индус. Кстати, да, про это-то мы не подумали. Ну, не обязательно индус, но, может, и правда, религия там не позволяет обувь носить, или национальность просто не позволяет, или еще что-то. В общем, все, друзья, не так однозначно. Очевидец сообщает о заботливом водителе маршрутки, который наладил систему охлаждения в салоне. Слушайте, ну, в свете последних событий это вызывает не смех, а чувство глубокой благодарности этому человеку, но немного смешно, согласен. И комментаторы, как говорится, жгут. Серега решил, что водитель автоматически попадает в рай. Ну, надеюсь, это разговор об очень далеком будущем. Елена, кстати, усомнилась в идеальности водителя, думает речь о корысти. Походу, там оплата за премиум теперь. Ну, вроде как пошутила она. А Ирина вставила свои 5 копеек, при этом надавив на больное. Я вот сейчас в Иваново, и здесь плюс 18. Ира, Ира, ну за что вы так с нами, а? Очень важное объявление обнаружили пользователи сети в городе. Уважаемые собаки, пожалуйста, не нужно гадить на нас и на нашу землю. От этого мы очень болеем и даже погибаем. И подпись... цветы. Вот так вот, да. Слушайте, ну, во-первых, с цветами не согласен. Хотя, может, я что-то не понимаю. Во-вторых, что там ниже, да? Дарью прям зацепила, и она ответила, почему коровьи лепехи покупают, а как собака свои дела сделала в гораздо меньшем, между прочим, объеме, так сразу, из-за ваших собак все засохнет и тому подобные высказывания. А не в том ли дело, что водой просто не поливают растения? Вот-вот. Вот-вот, так их дашь, а то посмотри. Виталий, кстати, разбирается в флоре и переводит разговор в иную плоскость. С каких это пор туи стали цветами? Да. Да ладно, удобрение все-таки написал Александр. Вот и я о том же. Что не так-то, а? Цветочки, удобрение же все-таки. Да, это были цветочки, а ягодки будут завтра. Пока.